Бобруйск прощается с зимой. Проводы устраивают в парке культуры и отдыха. Здесь разворачиваются настоящие гуляния с песнями, играми на свежем воздухе и работой фудкорта. В ассортименте блины с ветчиной, сыром, повидлом и сгущенкой. В масленичном меню также драники, колбаски и шашлыки из свинины и птицы. Все уходит на ура. Не ожидал, что приготовим больше 5 килограмм точно. А уже и того ушло порядком 5-6 килограмм. Борьба за петуха – настоящее шоу. На кону 4 приза. Условие одно – добраться до верхушки 12-метрового столба. По старой традиции, для лучшего скольжения перед началом забав его окропляют ледяной водой. Виталий Сергиенков срывает куш дважды, забирает заветную клетку и пакет сладостей. Тяжеловато было. Тяжеловато было петуха доставать, он убегал. Развлечения здесь подготавливают не только для любителей адреналина. Перетягивание каната, забивание гвоздей на скорость, бег в мешках и даже бои с подушками. Самые ловкие и сильные уходят не с пустыми руками. Мы поучаствовали во всех соревнованиях, дети поучаствовали, все конфеты получили, нам понравилось. На Масленицу открывается сезон работы аттракционов. Веселые горки, сюрприз, мини-джет и автодром. Билеты от 2,5 рублей до 4. Самые дорогие – летающие. Тарелка, сальто и калипсо. Ты довольна праздником? Да! А что тебе здесь больше всего понравилось? Горки! А лошадки? Да! Ярко, красиво, уже люди все соскучились по праздникам, поэтому рады, наверное, любым добрым и красочным мероприятиям. Очень нехорошие эмоции, очень веселый праздник. Слава богу, солнышко в праздник вылезло. Самый зрелищный момент – фаер-шоу на ходулях. Захватывающие номера и трюки с огнем выполняют артисты в специфических костюмах. Кульминация праздника – сжигание чучела. Так были уверены наши предки, уходило все плохое. Чем больше разгорится костер, тем быстрее придет весна и урожайнее будет год. Считалось, что с сожженным чучелом уходили все напасти и невзгоды прошлого. Именно поэтому действие всегда сопровождалось песнями и плясками. Люди находились в радостном ожидании нового. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.